Расскажите, пожалуйста, как произошло дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 10 марта 2022 года на Волканском проспекте, дом 41, в 15 часов 55 минут. Я был по вызову такси, я приехал, там стоят женщина и мужчина. Они неадекватны, они пьяные. Я их не стал их взять. То есть вы не стали их... Отказались от заказа, да? От заказа, да. Они начали бросаться на машину. Как бросаться? В смысле? Ну, они пьяные. Ты вот нас должен отвезти туда-обратно за Волгу, за Волжский поселок. Угу. Я говорю, я вас не повезу. В таком состоянии я не сажаю людей. А как вы поняли, то, что они пьяные? Пахло от них или не как? То, что пахло, они еле стояли на ногах. Угу. То есть неустойчивая походка, да у них была? Я не стал его взять, повезти туда-обратно. Угу. Вот и все, они начали бросаться, начали машину фотографировать, снять машину. И все, я начал отъехать, ага. Они под машину бросаются. А как и бросались, она... спереди, сзади, как? Спереди, и сбоку, с правой стороны, с пассажирского стороны. Вот mm-hmm. она скользнулась и упала. И я уехал. И все. Ничего не было. Там даже видели, женщина была, там за мной машина стояла. А даже они кричали, пускай едет, что говорит. И все. То есть вы на пешеход наезд не совершали, нет, она сама подскользнулась и упала? Там нет пешехода, это в дворе. Ну, во дворе. Да. Ну, то есть, получается, вы на нее не наезжали, нет, правильно? Конечно. Столкновений не было, да, с женщиной, правильно? Нет. Хорошо, а как узнали о том, что вообще произошло ДТП? Женщина пострадала? Как вам позвонили или как? Мне сегодня позвонили, сказали, что вас ждем в ГАИ, а я подъехал. Я подал объяснение, как было.